Перед началом данного видеоролика советую магазину Roblox mm25store.ru. Здесь вы можете купить крутые аккаунты по низким ценам. Вам может попасться нереальный аккаунт с премиум, лимитками, робуксами и, самое главное, предметами из игр. Большая часть аккаунтов в нашем магазине очень прибыльные. Также с обычного нубского аккаунта вам может попасться что-то невероятное. Каких-то 2 копейки вы заплатите за товар и получите то, что не могли ожидать в принципе. По промокоду ТОПКРИМ вы получаете 15% скидку на все товары в нашем магазине. Так что не теряй время и переходи на наш сайт, пока есть время. Хелло, народ, с вами как всегда. И сегодня, ребят, мы как обычно продолжаем играть в World Statue Defense. И сегодня, ребят, я хотел бы сделать небольшой челлендж, а именно, ребят, пройти story мод локацию только с юнитами из аниме One Piece. Что ж, ребят, если вам нравятся подобные челленджи, вы хотите больше видеть их на канале, то прямо сейчас прожимайте топовый сочный зимний лайкос, иначе попадос. А также не забывайте подписываться на мой канал и жмякать колокольчик, чтобы не пропускать все новые ролики и стримчанские. Что ж, ребят, вот такая вот у меня команда. Луф получается 6 стар с орбом. Дальше Black Star Time Skip. Дальше у меня получается White Star с орбом. Дальше у меня здесь находится Шанкс. Дальше Усоп. Ну и также Бульма, потому что все-таки фермы, к сожалению, нет из One Piece. Так бы я взял ферму из One Piece, ребят. Так, ребят, если что, идем мы на локацию Клинок Рассекающих Демонов. Я, конечно, мог бы пойти на локацию One Piece, но, знаете, это было бы неинтересно, потому что там прям очень легко. Поэтому, ребят, мы с вами отправляемся на локацию Snowy Town, либо же Клинок Рассекающих Демонов. Так что, ребят, вот мы уже и запустились в катку, но, к сожалению, между 600 50, чтобы поставить какую-то нормальную юнит, потому что Усоп, я сомневаюсь, что нам чем-то поможет. Поэтому, ребят, я подкоплю, наверное, на Белоусоп, потому что он более быстро такой, чем Шанкс. Поэтому, ребят, давайте копить 650. Думаю, где-то на второй волне мы уже поставим Белоуса, и он будет чисто всех нарезать. Так, ребят, 650 кэша и ставим Белоуса. Да, такой-то раз в 5 секунд, но, ребят, это получше, чем Шанкс, потому что Шанкс вообще раз в 5 секунд. И вот так вот, получается, он нарезает, получается, убивает до целых рейтов. Главное, чтобы он их хотя бы 3 штук убил, тогда уже будет нормально, да, ребят? Давай. Ну, не, ребят. К сожалению, он убил только 2, получается, ДЦЛ рейты, но ничего, ребят, быстрых юнитов. Сейчас мы еще одного Белоуса поставим, и тогда будет вообще на изи. Но у нас, конечно, проблема, ребят, еще с айрами, потому что Усоп, он довольно слабый айр, а на Луфи, ну, придется довольно долго копить. Ну, ребят, посмотрим. Возможно, мы Усоп исправим потом, когда я их поставлю. И давайте сейчас накопить срочно на Белоус, потому что этот Белоус просто будет не справляться, и мы сейчас можем проиграть, ребят. Такого допустить нельзя, потому что сколько у нас хп у базы? У нас 476, ребят, допустим, у этих сколько? 42, 80 снесут, ну, эти 69. Короче, в любом случае, ребят, нельзя допускать никаких снятий хп, ребят, потому что мы можем проиграть. Так, все, ребят, ставим второго Белоуса. У нас уже есть 2 Белоуса, которые носят по 336 дамага с орбом. Ну и сейчас, по идее, они будут уже получше справляться с этими быстрыми юнитами. Да, вот это тащит, потом вот это тащит. Ну и да, по идее, они должны, ну, со всеми разобраться. Ну, либо же там один останется, да, ребят? Да, по идее, один останется, а со всеми остальными. А, не, ребят, смотрите, вообще со всеми разобрались. Красавчики, Белоусы. И с 6 волны, как я знаю, должны пойти уже, получается, айры. Поэтому, ребят, нужно уже готовиться, ставить Усопов, чтобы они хотя бы как-то смогли задамажить, получается, айров. Так, ребят, поставил уже 4 Усопа. Они тут нарезают, получается, по 35 дамага хотя бы что-то, да, ребят? Ну и теперь давайте, наверное, вкачнем Белоуса, потому что там пауэрфулы идут, и нам нужно будет же как-то их убивать, да? Я думаю, 4 Усопов хватит, в принципе, на айров. Сколько у них хп? 112. Ну да, ребят, 4 Усопов должно, по идее, как хватить. Получается, для того, чтобы бить 4 айров, потому что у них у всех по 35 дамага, и, в принципе, я думаю, они смогут их убить. Так, надо по 500 сейчас прокачать, ребята, белоусов, для того, чтобы они могли дамажить уже, получать пауэрфулов. Так, один раз вкачал, уже 1616, кстати, дамага. Все, второй раз вкачал. Теперь они могут уже убивать, получается, первых пауэрфулов. Ну и давайте еще 1000 накопим на пауэрфул 2, потому что там они тоже идут, да, ребята? И их тоже нужно будет как-то убить. Ну, слушайте, я думаю, мы, в принципе, у нас есть все шансы пройти, ребят, но надо все равно постараться. Так, ребят, сейчас вкачаем уже за 1000. Так, 928. Все, готово, ребят, за 1000 прокачали. И теперь, получается, наши белоусы бьют по 3200, ребят. Да? Ну и также они бьют теперь Powerful 2. Так, давайте, наверное, еще одного Белуса поставим, ребят, сюда, да? Ну и все, теперь, наверное, будем копить уже на Луфи, чтобы, потому что все-таки айры там будут потом более жесткие, нам нужно будет Луфи, да, ребят? Так, ребят, я, кстати, ферму поставил и ставим Луфи, ребят. Ставим Луфи, я ферму прокачал, теперь она по 2000 мне дает. И надо прокачать каким-то... Ой-ой-ой, как громко. Давайте поставим Лоу. Я прокачал Луфи, получается, надо его вкачнуть срочно для того, чтобы набивал айров, потому что, ну, Усопы, да, это, конечно, хорошо, но они очень слабые, ребят. Нужно вкачать, чтобы он мочил айра. Ну и также, по-любому, нужно будет вкачать Луфи до фула для того, чтобы убить босса. Но пока что он уже 6000 наносит. Да, ребят, наша ферма, получается, по 2000 дает. Мы на следующей волне уже сможем прокачать его. Плюс 40 рейндж будет, и также снейк биндинг. Да, ребят, все, прокачал. Дальше снова стоит 2000. Мы прямо сейчас можем вкачать. 3500, ребят. Да сейчас на изи, просто вот так. Айры идут. Интересно, Усопы смогут с ними справиться, ребят? Смогут? Нет. Слушайте, мне кажется, они не смогут. Давайте, наверное, я вкачну их. Давайте хотя бы немножко их вкачну. Вот так вот. И тогда они, наверное, справятся уже, да, ребят? Да, все, вот так вот они, конечно, справятся.
пальцы. Но нужно, ребят, копить на прокачку Луфи, потому что нужно убивать Айра. Так, ребят, качаем за 3500 и сейчас копим 5000. И получается, где-то на последней волне мы сможем уже прокачать, получается, Луфи, чтобы он убивал Айра. Наконец-то, это будет очень круто, ребят. Итак, все, ребят, качаем. Теперь мы Луфи сносит по 300 тысяч дэмэджа. И получается, теперь он может убивать Айра. Да, ребят, все, вот так вот он Айра на изи. Кстати, я тут еще поставил, получается, черную бороду, ребят. Теперь он будет тоже тут оттачить понемногу. Ну и давайте поставим, наверное, Шанкса, ребят. Давайте вот тут Шанкса поставим. Все, и пусть он тоже немного дамажит. У него, в принципе, неплохой дамаг. Кстати, точно, Шанкс тоже же дамажит этих айров. Я совсем забыл, ребят. Надо было Шанкса прокачать. Ну ладно, все, ребят, качаем Шанкса за 3000. О, точнее, за 1100. Сейчас он будет по 3000 сносить дамага. Все, готово, ребята. Шанс теперь вот так вот дамажит. Все, ребят, думаю, что, в принципе, с такой тьмой мы уже можем, получается, пройти, ребят, да? Можем еще усопов этих продать. Думаю, они особо нам чем-то не помогут. И за эти деньги, за которые я получил за усопы, мы прокачаем Шанкса. Все, ребят, теперь у него по 12 тысяч дамага. Ну и все, ребят, теперь ждем босса. Я думаю, что, в принципе, с такой тьмой я смогу пройти, получается, данный лор, ребят. И это, кстати, у нас челлендж, напоминаю, One Piece. Кто, если что, забыл. Кстати, давайте пока еще белоусов качнем, чтобы они хотя бы все по 1000, по 3000 наносили. Тогда они более-менее, если вдруг дойдут, да, вот доходят до сюда. Тут уже понадобится у нас белоусы, да. Кстати, вот неплохо то, что черная борода их замедляет, потому что иначе, я думаю, они бы могли уже проходить. Давайте немножко потише поставим. О, ребят, все, уже босс вышел. Давайте сейчас чекнем, сколько у него. Сколько хп у босса, скажите, ПЖ. У босса 65 тысяч. А, ну мы его вынесем. Луфи его с двух ударов вынесет. В принципе, ничего особо сложного нет. Все, белоусов качал. Теперь 4 белоуса по 3200. Ну все, да, ребят? Вот так вот на изи. Думаю, сейчас мы уже пройдем. Все, тоже уже всех снесли. Получается, остались только вот эти юниты. Поскольку у них по 5 тысяч, да? А, тут 11 тысяч. Нормально. Но мы все равно на изи, ребят. Мы все равно на изи их снесем. Да. Ну и давайте здесь поставим вот этого челика, да? Возможно, он как-то его задамажит. Так, 62 тысячи, ребят. Ну да, сейчас вот этих вот на изи просто. Дальше потом он застопит, как я понимаю. Ну... И все, ребят, и потом Луфи уже вынесет. Кстати, качнем, пожалуй, черную бороду, чтобы он замедлил его, да, ребят? Давай, замедляй, все, готово, он его замедлил, теперь продаем его. Ну и все, ребят, просто поставим усопа и прокачаем на фул, да? О, а не, на фул не хватило, ну ладно. В общем, так, ребят, все, уже он уже вступил в зону действия Луфи, и он просто его вынес, ребят. В общем, мы смогли пройти данным челленджем, ребят. Пишите в комментах, какие мне еще челленджи сделать. Ну, с вами был Костя Винтер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока, пока, и...